Владимир Зеленский осудил убийство мирных жителей города Константиновка российскими военными. Накануне, как сообщил президент Украины в своем вечернем обращении, по меньшей мере 6 человек погибли в результате продолжительного обстрела этого района. Национальная полиция Украины опубликовала кадры, на которых видны последствия ракетного удара, тела на земле и серьезные повреждения зданий. Сьогодні російські терористи знову ударили по Костянтинівці Донецької області. По звичайних житлових кварталах 6 людей вбито цим російським обстрілом. 3 жінки, 3 чоловіка. Звичайні люди, звичайно, містечко на Донбасі. Министерство обороны России объявило о нанесении поражений подразделениям ВСУ огнем артиллерии в рядах населенных пунктов Харьковской области, а также о пресечении действий 6 диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, как утверждается, российская авиация нанесла ракетные удары по замаскированным украинским военным объектам и технике. Тем временем российские войска продолжают осаду Бахмута. Эксперты отмечают, что война в Украине все больше становится позиционной. А в ней, как говорят украинские командиры, главное копать, пока есть возможность. Так как чем глубже окоп, тем больше шансов выжить.